Всем привет, ребят! Ну что, решил вам показать скин Огнекрыла отдельным видосом, потому что все-таки Огнекрыл — это именно тот герой, который вроде и бездонатный, но донатный, и один из последних, кто реально очень много чего решает и тащит. Вот такой вот он стал, вот таким вот он был. Сейчас вам покажу его без скина. Так, у меня даже есть 10 осколочков. Давайте улучшим. Вот так вот. Плюс 400 атаки, плюс 10 тысяч жизни. Ну, как-то так себе, но для этого героя этого вполне будет хватать. Видите, при дальнейшей прокачке, ну, как и для всех, будут увеличиваться стандартно бонусы. Вот так вот он выглядит со скином. Вот такой вот он без скина. Ну, не знаю, совсем какие-то две противоположности. Сейчас давайте покажу, какой он был и какой он стал. Так, ну тут все с огниками, так неинтересно. Давайте тут попробуем. То есть, как видите, бьет зонально. Сейчас самое главное, чтобы его умение включилось. Давай уже бей, интересно. Не хочет. Хочется, чтобы он красиво их дамажил, надо ближе. Не достает. Ой, Минотавра выпустил. Ну, сейчас, может, вражеский будет. Так, Дед Мороз. Вот вражеский, как видите, бьет. Ну, то есть, вот такие, такой вот герой. Конечно, он обалденный, бомбезный. Есть свои нюансы. Так, все, его слили. Вот так вот. Как видите, не маленький, скажем так. Ну, теперь поехали уже, будем смотреть на него со скином. Честно говоря, мне нравится. Не знаю, как вам. Напишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Ну, вот такой вот он стал. Ну, вроде как и поменьше стал, но непонятно, как ледяной какой-то. Изумрудный, в общем. Ну, смотрим. Вот так он бьет. Смотрите, как офигенно. Ну, тут, ребят, тут просто красиво сделали. Это однозначно заслуживает лайка. Вопрос, как без донатом его достать? Ну, я думаю, когда-то можно будет и собрать, и достать. Вопрос, сколько времени на это уйдет. Но он уже дешевеет, и очень конкретно дешевеет. Но посмотрите, действительно офигенно смотрится. Красиво, красиво. Вот тут постарались. Видно, что старались, сделали красивую анимацию. Сейчас посмотрим еще, как он будет на героях бить. Вот смотрите, офигеть. Так, ну-ка еще разок. Круто смотрится. Такое ощущение, что еще быстрее стала анимация его. Как-то странно. Я что-то не понял. Он притормозил, что ли? Так, а ну-ка. Сейчас посмотрим на этом Огнекрыле. Старый плюс новый. Вот смотрите, как анимация работает. Круто. Реально просто круто. Не знаю, мне нравится. Просто четкий получился он. Вот это оно. Вот так вот должны они делать скины. Не так, что просто там добавили, что-то поменяли. Изменить всю анимацию. Да, можно на это потратить больше времени. Нужно на это потратить больше времени. Но от этого стоит.
И действительно, этот скин того стоит. Теперь можно будет еще прокачать некоторые ему таланты. Супер. Ничего себе, хранитель у нас еще остался. Ну все, до свидания, хранитель. Кто там у нас, Анубис еще? Ну, мне кажется, или все-таки анимация стала быстрее. Ну вот это сияние просто кайфовое. Красавчики. Тут спору нет. Так, окей, с этим мы разобрались, поехали. Теперь разбираться с огнекрылыми, теперь мне их столько не надо. Ну, ребят, это просто так получилось. Так, одного мы сделаем с бастом. Это с утеканием. Ну, не знаю, утекание, наверное, уберу. У меня есть еще священный огонь на смене. Придется все-таки его поставить. Утекание вместо утекания. Я не знаю, есть смысл с бастом. Хочу еще замедление потестировать. Как вариант. Давайте сейчас посмотрим. У меня там, по-моему, коробочки есть. Пробовал я выбить еще с 10 коробок новый талантик, честно скажу. Не упал, но упал. А вот священный огонь упал. Ракушка. Порочный пакт. Да что такое? Прям прет. Так. Порочный пакт. Кому тебя поставить? Тут уже есть. Огнекрыл есть. Фрей есть. Малышник. Да, думаю, да, давайте на малыша Ника прокачаем ему 12-й скоро. Почему бы и нет. Поехали. Еще меняем. Бум. Ложный выпад, по-моему, если не ошибаюсь, называется. Вот вспомнил. Очень часто забываю этот скилл, потому что его не юзаю практически. С ней вакуумы что-то более интересное придумаю. Такс. Что-то у меня Влад Дракула со стойкостью. Вот так вот он будет какой-то более интересный. Такс. Чего там у меня по талантам? В общем, ребят, ну скин обалденный. Питомец обалденный. Думаю, вы уже увидели обзорчик. Я его залил раньше. Так, что мы должны были сделать? Замедление, да, найти. Угу, нашли. Бастион. Какое замедление? Тьфу ты. Бастион. С бастионом сделать. Потом, если что, сольем. Здесь это можно делать. Так. Давайте улучшим со священным огнем сделаем. Один готов. Еще один с бастом. Вот так вот. В общем, вот такое вот, ребят, изменение. В принципе, меня этот скин очень и очень радует. Поехали еще так его протестим с пактом, а с бастом. Просто обалденный получился герой. Ну, стрелок тут вроде как и снимает энергию, но что-то он не справляется. О, Рину, ничего себе, смотрите, что они делают. О май гад, они сейчас нас убьют. Вот так вот убили один раз.
Такое ощущение, он как-то по-другому начал бить с этим скином, не знаю. Вот, отхилился наконец-то. А чё, он урон Рину вообще не наносит? А, не, наносит, думаю. Чё за фигня, чё там за Рину такое? Жесть какая-то. Ужас унизили моего единственного офигенного донатного героя. Так, ну, в принципе, все, ребята, вот такой вот обзорчик. Напишите комменты, что вы думаете по этому. Я считаю, тут они справились на все 5 с плюсом. Скин обалденный получился. Все, ждите дальнейших новостей об нове. От обновы и ждем уже на других серверах. Все, всем удачи, всем пока.